Как правильно сортировать мусор, какие отходы можно отправить на переработку, а какие нет, и кто региональный оператор по транспортировке отходов на специальные полигоны. В Химках дали старт школе ЖКХ. Еженедельно специалисты по вопросам раздельного сбора мусора будут рассказывать химчанам о тонкостях процесса. Слушатели узнают, какие льготы предусмотрены для ответственных жителей, как будут вывозить мусор и как приучить себя к сортировке отходов. В каждом дворе до конца марта по обязательствам регионального оператора будет установлен синий бак. Это отдельный металлический синий контейнер сетчатый, куда будет кидать мусор, который уже предварительно отсортирован. Каким образом сортировать мусор? То есть можно у себя на кухне, в квартире, сделать два ведра. Допустим, одно синего цвета, другое серого или черного. Соответственно, металл, пластик, стекло, бумагу, то, что можно переработать в дальнейшем, и это на самом деле идет на переработку, нужно класть в отдельный пакет, в синий. В серый пакет мы кладем, соответственно, пищевые отходы. В Химках уже установили больше 200 синих контейнеров и столько же специальных сетчатых. Также с 1 сентября прошлого года все образовательные организации городского округа перешли на раздельный сбор мусора.